Здравствуйте! Здравствуйте! Это сервисный центр ЕГЭ. Вы инструмент ремонтируете? Да, конечно, ремонтируем. Что у вас? Вот у меня сабельная пила ЕГЭ. Можете посмотреть? Щеточки, наверное, что-то дым с нее идет. Хотя, когда я покупал, менеджер сказал, долго будет работать. Сначала нужно сделать диагностику и понять, что у вас сломалось. Ну, делайте, это ж ваша работа. Она у нас платная, стоимость 800 рублей. Сколько 800 рублей? Да я, чтобы 100 рублей сэкономить, по интернету обзвонил, чтобы купить данную пилу. Ваш инструмент мастер целиком разберет, помоет все детали, очистит их от смазки и тогда уже вынесет вердикт, что в нем сломалось. Ну вот ты человеком, сделай фанату Окей Гугл подешевле, а? О, друг, ты по адресу зашел. Специально для вас Окей Гугл дрочера. Все, кто ищет все подешевле и побыстрее, наш директор специально приобрел офигенную установку быстрой, что самое главное, дешевой диагностики. Ой, как классно, всего 300 рублей, давайте. Ну что я могу сказать? Диагностика вроде как прошла успешно. Неисправность мы выявили. Ну вот смотрите, поближе вам покажу. Вот видите, вот здесь коса подгорела. Вот это хана якорь уже была. И вот здесь чуть-чуть статор был подпален. То есть двигатель здесь под замену. Спасибо вам большое. Я не ожидал такой быстрой и дешевой диагностики. Я эксперт 856 уровня. Согласно Яндекс.Картам. Я обязательно на вас напишу отзыв. Обязательно напишу, что у вас все здесь быстро, четко и почти бесплатно. Но я все-таки думаю сходить еще к токарю. Как вы думаете, если он якорек проточит, еще походит? Танки Металл Мастер, лучшее диагностическое оборудование для сервисных центров в 2021 году.